Ну вот, я обещала рассказать вам про полочки в маминой комнате. Тут у нее компьютерный стол. И вот эта полочка. Сейчас она придет и расскажет, какие тарелочки, кружечки и что тут еще она где купила и о чем ей это все напоминает. Ну и помимо этих полок, у нее еще есть вот такие три картины, которые она где-то в Англии купила, по-моему, на Портобелло Роуд. Очень красивый, до сих пор висит космос. Ну и так, телевизор. В общем, это мамина комната. Мам! Иди расскажи про свои баночки, скляночки. Где ты что купила? Так, это у меня любимая полочка, можно так сказать. Значит, вот эти вот 5 штучек, это из двух разных наборов, купленных в чарите. Сперва купила 3, но одну из них разбила, когда везла домой, так как она одни были вставлены одна в другую. Ну, расстроилась, но осталось 2, ладно. Но в следующую поездку вдруг мне снова попалось в чарите 3 штуки. И я, опять одну разбила? Купила? Нет, не разбила. Все 3 довезла, я уже их аккуратнее переложила. Теперь у меня их 5. Челсик тоже прибежала со своей кошечкой. Две этих и это. Значит, эту разбила. Базил. Базилик. Да. Вот это вот куплено в соборе Святого Павла. Это вообще такое... Дорогущее. Дорогущее. Ну как, не очень. По-моему, по 8 фунтов каждое. Там, ну, собор, конечно, на весь мир известный. И там при нем музей, и цены бешеные, естественно. Вот. И это, конечно, очень-очень тонкое такое. Все. Тонкий фарфор. Фарфор я очень люблю. А, ну вот же написано. Санкт-Паулс Кафедрал. Кафедрал. Так, вот эта серия куплена... На Оксфорд-стрит в магазине. Челсику, подожди секундочку. Челсик уронила свою кошечку, да? Челси кошечку свою уронила, потеряла. Все. Наслаждайся. Так. Я уже как в прошлый раз говорил, на Оксфорд-стрит есть специальный магазин, где продается вот все такого типа. Раз, там куплено 2, 3, 4. Ого, сколько ты накупила? 5, и все это где-то по 4 фунта. Не дешево, но терпимо. Это где, Джон Льюис, что ли? Нет, просто на Оксфорд-стрит посудная лавка, так скажем. Да? Да, ну, может, типа сувенирного, но вот все такое. Не знала об этом магазине. Ну, вот, а я вот знала. Покажешь потом, как поедем. Ну, давай. Да, вот эти я не помню, где купила. Кажется, вот 4. Пепперкорн, это, мне кажется, может быть, Тики Макс. Слишком дорогие такие. Да. А не в этом ли? Дебенхамс? Джон Льюис? Да. Дебенхамс? Возможно. Я точно не знаю. В Дебенхамс, по-моему, посуда не продается. Наверное, есть, в Джон Льюисе. В подвале, может быть. Но не Окей. Ладно, неважно. Кому это интересно? Ну, может, кто-то хочет купить такие баночки. Это было давно, уж лет сколько прошло. А там до сих пор такое. Я уже, кстати, если моим подписчикам интересно, была год назад в Джон Льюисе, показывала экстравагантную посуду. И там до сих пор такое есть, могут купить. Если кому интересно, вот сейчас ролик подкреплю наверху, смотрите. Продается там вот такая вот посуда в Джон Льюисе. Ну, это на любителей. Ну, я вот такое люблю. Ну, люди спрашивают, где покупали и что покупали. Ну, я очень люблю такие баночки с такими крышечками. Там у меня всякая разная хранится. Ой, это... Блюстелетон, это сыр такой. Ну, да. Но это в чарите. С синей плесенью, по-моему. Так. Где-то даже, тоже не помню где, но... Милк. Что-то такое дорогое, из дорогого. А, это... Ну-ка, покажи мне подошву. Батлерс, такой магазин есть в Англии. Вот там, наверное, ты и покупала эту посуду, нет? Ну, не все же помню. Ну, да. Ну, есть такой магазин специальной посуды, Батлерс. Ага. А вот шуга посередине. Ну, это металлическая банка. А, металлическая? А выглядит как... Не-не-не, металлическая. Она, кстати, не открывается. Понятно, это, наверное, чарите, да? И, по-моему, там лежит сахар. Наступит трудные времена. Судный день придет, сахар будет в доме. Окей. Ну,
Это тоже с чарлитер. Ну, вот такой формы чашечки мне тоже... Ой, эти, как пиалочки, мне тоже нравятся. Ну, и лежит у меня там... Second edition у тебя тут написано. Ну, полка у нас старая, конечно. Полку делал еще Настин папа. Это в каком году? Когда мы лет 20 получили? Назад. Да каких 20? 30? В 81 году. А, ну так 40 почти лет. 40 лет. Полки 40 лет. Правда, я ее обклеивала. Это единственное, что осталось от Настиного папы. Сделано его руками. Отца уже давно нет в живых, но полочка есть. Жалко выкидывать. Тут мама работала когда-то за компьютером, ну, иногда тоже сидит, и любуется. Да, я тут постоянно. Ну, ты это сейчас как... у меня живешь. Ну, да, но я имею в виду за компьютером, я всегда. А, ну да, она все YouTube свой смотрит и любуется вот этой полочкой. Ну что, да. Теперь еще на кухне покажешь или на следующий раз? Давай, ну что, полочка? Ну, пошли на кухню. На кухне там тоже. Давай, немного. Веди. Ну, не... Давай, давай, давай. Прежде всего, три магнитика. Я вообще-то магнитики терпеть не могу на холодильниках, как елка новогодняя. Но вот эти три, они как бы тоже из той серии, что я люблю. Были мы в Северной Ирландии, и вот немного мы там что-то купили. Три сувенира. Один из них вот этот магнитик. Белфаст. 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 Белфаст, да. Значит, и на Портобелло на рынке мы купили два вот таких магнитика. Я просила больше, Настя мне не позволила. Почему они были-то? По фунту, по два фунта, по фунта нам дали скидку. Я хотела прямо штук 10 купить, не разрешила. О, а на холодильнике-то у мамы цветок зацвел. Вот, солонка, соль, перец и... Тут ни соли, ни перца нет, просто стоит. Вот соль у меня здесь. Тоже очень нравится. Просто вот... Витард. Это, по-моему, чай. Очень Витард. Люблю. Ну, все в чарите куплено. Но... Чай. А, чай. Витард чай. Оф Челси, да, написано. Да? Это такой чай в Лондоне продается. А, у меня есть, кстати, 6 баночек железных. Да, да, да. Окей. Ну, и вот, вот это вот тоже какой-то комиссионки я купила. Мне нравится. Да, ну, все у тебя оно, в таком оно вообще-то на немецкий стиль похоже, вот я бы сказала. Но я Германию когда-то обожала. Потому и немецкий язык взялась учить, когда в 5 классе еще. Слушай, вот и этот расцвел уже. О, весна. Однако, весна. Весна, весна. И вон цветы поперли, весна, а еле живы были. У мамы все зелено. Но у меня тоже есть цветы живые. Так, что тут у тебя? Варится. Ну, давай, ничего. Страшно. Вот это рассказывай. Ну, что рассказывать? Чай, соль и сахар. Это всегда я пользуюсь этим. Баночки такие обожаю. И вот еще вот тут вот пимаксоль. Ну, тут ножки-вилки. Тоже из той серии, как говорится. Ага. А вот эта вот бутылка Джек Дэниелс, мамина любимая фирма. Все у нее тут так. Ну, в Джек Дэниелсе оформлено. Еще бутылочек 20 маленьких, но я их уже не ставлю. А, значит, вот это мне Настя привезла. Откуда Настя? Из какого-то города? Это, по-моему, Сандерленд был. Я когда в Ньюкасл ездила, мы с подружкой ездили в 2018 году, в феврале, в поездку. Маме купила, потому что она любит этот Джек Дэниелс. А это мы тоже... В чарити. По-моему, одну я в аэропорту хитрого купила. И вот еще... это? Ну, и вот эту. Это фадж. Это ириски такие. Потом мы с тобой куда-то ездили в какой-то город и купили это, по-моему, там конфеты. Из Ирландии как раз мы одну привезли. Ну, бутылочки все пустые, но красиво, черно-белые. Угу. Ну, ладно. Ну, у нас тут, конечно, это... кухня уже лет 20 не ремонтировалась. Даже вот эти шкафчики мы привезли из Тольятти. Сколько им? Лет 40 уже, наверное, тоже. Ну, этим летом мы хотим же кухню. Да, кухню мы будем переделывать, пока вот просто так заклеили обоями. А это Санкт-Петербург. Ну, давай дальше. Ну, вот здесь все не английское. Это вот даже рюмочки из Слободского, моя родина. Ага. А там и Киевская все стоит. А вот это, да, вот эти тарелки, эти, эти. Ну, все, короче говоря, наверное, все. Буквально... Ну да. С той же оперы. Да, с той же. Оп. Так, ну вот эти тоже я очень люблю. Они беленькие, но да, из Англии тоже. Да тут все у меня оттуда. Это вот тоже... Вилка. Вилкинсон раньше был. Люблю тоже эту фирму. Вилка. Угу. Люблю тоже эту фирму. А вот это в Паунде. Тоже вроде бы простенькие. Ну, ой, так. Классные. Интересно. Я вот эти как раз люблю. Это супчик. Ага. А еще вот такие мелкие.
Ага, о, да, да. А остальное все тоже черно-белое или просто белое. А вот про черную кружечку мою расскажи-ка. Кто мне ее купил? Кружки. Ну, извините, сори. Купила я Насте и подарила со смехом. Говорю, Настя, это про тебя. The office bitch. Офисная сучка. Ну, извините. Да не-не, я люблю быть стервозной. Такая это... Давай, поехали дальше. Шотландия. Вот любимая моя кружка, куплена в Тики Макси. Только бы не разбилась. Я с нее только и пью чай. Тоже как типа ручная работа, что ли. Mm-hmm. Ну, это Третьяковская галерея и Крым у меня. Ну, так. Хорошо. Ну, больше я не знаю. Ну, тут тоже кое-что есть. Сколько специй у мамы. А специи, то я в этом... Мама у нас спец по специям. Точно. Теска все куплено. Ага. Они у меня так, больше для вида, я мало пользуюсь специями, честно шуга, говоря. Шуга, кофе, латте. Ну, где? Джек Дэниелс, это я тебе шоколадку в прошлом году да, привезла. Вот год назад ровно, кстати. Ну да, съели. Ты мне уже, привезла. Съели. Да, съели пустая. Ага. Но я не выкидываю. Ну? Очень вкусный чай. Он уже года 4 как привезен, я его потихоньку пью и просто боюсь, что он закончится. Ну вот так вот. Эту баночку я, по-моему, на какой-то выставке получила в качестве... презента для прессы. Да, там было что-то типа повидло, что ли. Да, по-моему, вот повидло. Вот еще бутылочка, которую я берегу, моя любимая. О, фирма. Да, это я тебе тоже покупала. Да, ну, так как привезла. Мама Джек Дэниелс любит, вот так вот все она в Джек Дэниелс облепила, поэтому... Короче говоря, я не знаю, куда это мне... Еще жить-то недолго уже осталось. Куда да это... ладно еще. Ну, ладно. Сейчас ремонт сделаем, будет все красиво. Ну, ремонт, да, Настя настаивает. Ну а да, уже пока... пора давно. Да, я пока... кухню отремонтировать. Ну, этим летом, наверное, уже. Ну, все, старенькая. Ну вот, и так вот привозила, одежку не привозила, а посуду за сколько там, за 12-13 лет, что ездила. Весь дом обставила. Так и живем. Ну, в следующий раз покажем сувениры, которые у нас в зале. Моя родственница сказала, у тебя тут целый иконостас. Ну, посмотрим. Ну да. Пока на этом все. Не прощаемся с вами. До новых встреч!